I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Здравствуйте, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию проект, разработанный нашей архитектурной студией World House Pro. Это двухэтажный дом с встроенным гаражом общей площадью 180 метров квадратных. Стены дома – это газобетон, облицованный штукатуркой. Через небольшое крыльцо с колоннами мы проходим в тамбур, откуда есть дверь в гараж и холл с лестницей. Гараж рассчитан на один автомобиль. Из него можно пройти в котельную с черным выходом на улицу. В данном случае котельная может быть газовой, так как соответствует всем нормам. Из тамбура мы проходим в холл. По правую сторону разместился санузел. На первом этаже имеется небольшая гостевая спальня, а также гостиная с кухней, украшенная эркером. Поднимаемся на второй этаж, где расположились три спальни. Особенно интересно вот это, так как в ней тоже присутствует эркер. В двух смежных спальнях предусмотрена ниша под встроенный гардеробный шкаф. Это удобно, так как не придется заставлять шкафами комнаты. А также это дополнительная звукоизоляция между спален. Тут также имеется общая гардеробная для всех комнат. Основой экстерьера этого дома становится несимметричная крыша, которая взяла под свое крыло гараж и дом. С одной стороны, украшением становится эркер, который еще добавляет интересного разнообразия крыши, разбив ее на две части с этого фасада. В отделке фасадов используются три основных цвета – бежевый, светло-шоколадный и белый. Также облицовочный камень на цоколе. В гараже для естественного освещения предусмотрены три небольших окна, а также они делают фасад более интересным. Для дополнительного украшения под крышей используются деревянные накладки-наличники, маленькое слуховое круглое окошко и межэтажное обрамление белым карнизом. Фундамент под домом – это монолитная плита с ростверком вверх. Наружные стены выполнены газобетонными блоками 400 мм, покрытие декоративной штукатуркой. Внутренние несущие стены 250 мм. Между гаражом и домом 400 мм. Перекрытие над гаражом деревянное, а между первым и вторым этажом уже выполнено монолитным. Утепление выполняется по стропильной системе каменной ватой 200 мм. Высота первого этажа в чистоте 3 метра, второго 2,5. Также есть теплый чердак, который можно использовать по своему усмотрению. Данный проект, так как является готовым, для каждого будет иметь свои плюсы и минусы при разных условиях строительства. К примеру, в данном случае ростверк по фундаменту был выполнен из-за желания поднять пол первого этажа выше над участком, но не из-за конструктивных особенностей. Вполне возможно, что в вашем случае в этом не будет необходимости и можно будет на этом разумно сэкономить. Если вам понравился проект, вы можете приобрести его таким, какой он есть. Также мы можем внести в него любые изменения по вашим пожеланиям. Все контакты для связи вы сможете найти на нашем сайте.